Много радостных девчонок и мальчишек пришли на фестиваль красок для того, чтобы войти в лето с яркими эмоциями. Дети – это цветы жизни, и нет ничего лучше, чем смотреть на то, как они улыбаются, считает организатор фестиваля. В Лабинске мы проводим фестиваль красок второй раз. В прошлом году мы проводили на автодроме ДОСААФ, но это было далеко от центра, поэтому мы решили договориться провести здесь. И я благодарен, большое спасибо Нечаеву Александру Евгеньевичу за предоставление территории. Вот. Очень классный фестиваль получился в этом году. Фестиваль для досуга молодежи, встреча лета. Это просто классный праздник. Все врываются, все отдыхают весело. И при этом мы пропагандируем спорт, здоровый образ жизни. И призываем всех, всю молодежь Лабинска, заниматься спортом. Начался фестиваль с традиционного заброса разноцветных красок в небо, после чего последовали разные конкурсы. Организаторы участникам мероприятия дали задание раскрасить себя ярче других. Также оценивалась хореография. Так что, чтобы получить главный подарок, пакет с краской, молодежи пришлось постараться. Три, два, один! Какое настроение у молодежи было в этот день, мы спросили у участников праздника. Александр Шамаров, телекомпания «Лаба».